Аномальную теплую вторую половину января обещают красноярцам синоптики. Комфортная погода придет уже завтра, в субботу, 16 января. Столбики термометров днем не опустятся ниже минус 13 градусов. Правда, будет сильный ветер. Порывы достигнут 14 метров в секунду. К тому же местами пройдет снег. Жителей краевой столицы по-настоящему порадует и почти весеннее воскресенье. В светлое время суток всего минус 3, минус 8. Ветер утихнет, осадков не будет. Теплая погода продержится до середины следующей недели. То есть крещенских морозов с большой долей вероятности не будет, а на юге края термометры и вовсе покажут уверенный плюс. В начале следующей недели, где-то в середине, уже таких морозов не ожидается вообще в целом по территории. Но опять же, возможно, что север все-таки будет до минус 30 в ночные часы. Ну а потом в районе 10-15 в дневные часы и 15-20 где-то.